данное мероприятие имеет огромное значение для развития наших дружеских и футбольных связей. Я думаю, что это мероприятие послужит началом дальнейшего развития, и наши взаимоотношения будут углубляться. Мы еще больше хотим раскрыть этот город, посмотреть на все его культурные, спортивные традиции. Вот, и надеемся, что пребывание в Циндао запомнится нам и ребятам на всю жизнь. Это представление мне очень понравилось. Здесь для нас все так хорошо обустроили. Город очень красивый, большой. Хорошие люди здесь живут.